Пунктуальность. Хорошо это или плохо? Ну, вроде бы все хорошо, да, потому что если вы человек пунктуальный, то вы никого не подводите, да, вы проявляете уважение, на самом деле, там, явиться вовремя, сделать что-то вовремя, это проявить уважение к человеку. А заставить себя ждать — это проявление неуважения. Ну, так вообще, вроде как. Вот, поэтому задача, собственно, в пунктуальности понятная, и плюсы ее очевидны. Какие же минусы могут быть у пунктуальности? И вот это роковая вещь. Значит, когда вы человек пунктуальный, значит, вы на 100% человек тревожный. Значит, соответственно, вы боитесь опоздать. Если вы боитесь опоздать, а есть вокруг вас люди, которые так или иначе в этот момент вашей тревоги находятся с вами рядом, то они могут случайно получить по мордасам по причине того, что вы тревожитесь, что вы опаздываете, а они тут у вас под ногами крутятся, вертятся. Вот. Или что-то от вас хотят, когда вы, собственно говоря, куда-то опаздываете, потому что вы должны прибыть вовремя. И дальше, ради уважения тех людей, к которым вы пытаетесь попасть навстречу вовремя, чтобы проявить таким образом уважение, вы проявляете неуважение к людям, которые оказываются вокруг, когда вы, в общем, находитесь практически в состоянии опаздывания. Вот такая драматургия. А вы как думаете, надо быть пунктуальным? Поделитесь в комментариях.